Ну що ж, друзі, ми знову в студії громадського телебачення «Черкаси». У нас продовжується виборчий марафон, який триватиме до півночі, а можливо до ранку. Ми слідкуватимемо за перебігом виборів у Черкасах. І на годиннику вже 20:01, це значить те, що вже виборчі дільниці зачинилися, і голосування, якщо і не завершилося, то принаймні вже ніхто не зайде на виборчі дільниці. Лише будуть продовжувати голосувати ті, хто зайшов. Отже, невдовзі о 20:00 вже мають зараз бути оприлюднені екзит-поли. Екзит-поли. І зараз ми, здається... Ага, ось є перші екзит-поли, національний екзит-пол 2014. Отже, станом на 20:00 ми маємо 23% блок Петра Порошенка, перше місце, політична партія «Народний фронт» 21,3%, політична партія «Об'єднання «Самопоміч»» на третьому місці 13,2%, політична партія «Опозиційний блок», як не дивно, набирає 7,6%, наступною, п'ятою, йде радикальна партія Олега Ляшка. Це 6,4%. Далі ми на Укрнеті зараз дивимося. Оприлюднено опитування інтернет-екзит-полу. Отже, за результатами інтернет-екзит-полу перше місце займає об'єднання «Самопоміч» 27,6%. Наступним іде партія «Блок Петра Порошенка» 19,64%, на третьому місці «Народний фронт» 15,7%, політична партія «Правий сектор» 6,66% і політична партія «Всеукраїнське об'єднання «Свобода» 6,16%. Як бачимо, результати значною мірою відрізняються, лише «Блок Петра Порошенка» і «Народний фронт» приблизно займають перші позиції, або перша і друга, або друга і третя. Отже, на цю годину такі от дані екзит-полів. Ну, ми не бачимо в цьому екзит-полі партії 5-10, але ми бачимо представника партії 5-10 Олександр Бодашко. Ми зараз з ним поспілкуємося про вибори і про те, як відбувалася взагалі ця виборча кампанія. Отже, Олександр, вітаю вас. Добрий день, спасибо за приглашення. Да. Скажіть, будь ласка, для вас ця виборча кампанія перша, наскільки я розумію? Совершенно верно. Политическая партия 5-10 впервые участвует в парламентских выборах, потому что в избирательной гонке, потому что в марте 2014 года нас только зарегистрировали. Поэтому действительно данная избирательная кампания наша самая первая. Кампания парламентская, да. У вас есть спостерігачі на виборчих дільницях, які фіксували порушення? Слідкували за выборами? Да, значит, наших наблюдателей, к сожалению, нету, потому что фиксировать фактически нечего у нас. И так все понятно, мы можем предсказывать, какие будут результаты. Потому что любые действия, даже те же самые наблюдатели, они требуют финансовых вливаний и денег. Политическая партия 5-10 – это народная партия, то есть финансирование не происходит никаким образом со стороны олигархата и так далее. Поэтому, конечно же, наши волонтеры, они занимались другими действиями, но и среди них избирателей не было. Да. Я понимаю. А вот мы щойно озвучили результаты национального экзит-полу. Скажите, да, чи очікували на такий результат? Ну, конечно, все понятно, все очевидно, да. Потому что, как мы видим, первые 5 партий – это партии представителей крупного бизнеса. И те партии, которые действительно пройдут опять в Верховный Совет Украины, мы будем видеть те же самые фактически лица. Вот. И что можно сказать, то есть, граждане Украины, мы вас поздравляем, опять у нас будет полная нищета и неразбериха на протяжении наших следующих парламентских выборов. Да. Как вы думаете, чего же все-таки, на что тогда люди, ну, за що люди, чому люди голосували, наприклад, от за «Блок Петра Порошенка», за «Народний фронт», «Самопоміч»? Вони голосували за гасла, у вас важна якась, яка у вас програма? Да, у вас конкретно? Розказую, спасибо. Значит, за що голосують люди? Люди сьогодні голосують за все хороше і проти всього плохого. То, что им предоставляют, другие партии предоставляют, это также те партии, которые говорят, что необходимо
поддерживать отечественного товаропроизводителя, создавать рабочие места, держать гривну за мир, за стабильность, за порядок, за люстрацию и так далее и тому подобное. То есть фактически это партии, которые выступают за все хорошее. Но конкретно ни одна партия, которая действительно у нас участвует в выборах, не имеет общенациональной идеи. Сегодня нету цели ни у одной партии, как действительно привести государство и население к обогащению и богатству. То есть, что нужно сделать для того, чтобы деньги были на территории Украины. Ни одна партия не говорит. И вот на самом деле мы это прогнозируем, и партия 5-10, и я лично прогнозирую тот факт, что в ближайшее время ничего абсолютно не изменится. То есть, в ближайших даже 5 лет, вот внеочередные выборы были, вот это сейчас у нас они прошли, то на самом деле ничего абсолютно не поменяется. Мы будем видеть те же лица, те же суповые наборы в Верховном Совете Украины. И, по сути, денег в наших карманах никоим образом не увеличится. Потому что всем нам нужны деньги. А никто из партий, которые действительно пройдут туда в Верховный Совет, не будут говорить населению, где брать деньги и что делать. То есть, вот таким вот образом. Я зрозумів. А що, окрім у вашій програмі було, окрім от оцих двох пунктів, ну, верніше, одного пункту, скасування податків і запровадження всього двох податків. Да, що у вас ще? Это самое главное. Среди которых, я сейчас немножко ремарочку сделаю, понимаете, деньги это являются ключевым механизмом, это кровью является. То есть та же самая, как бензин для автомобиля, воздух для человека, для всех живых существ. Без денег сегодня ничего абсолютно нельзя сделать. И сегодня, если мы не говорим о деньгах, не говорим оттуда, где взять и какие условия создать, ничего не будет. Все говорят об армии, финансировании армии. Для того, чтобы армия могла и имела возможность воевать, необходимо опять нужны деньги. Что, чем сегодня занимается население? Оно, волонтерское движение создано, и люди сами скидываются на, ну, мы видим повсюду, по всей Украине, то есть финансирование происходит, опять-таки, население, людей, люди сами этим занимаются. Любая деятельность, любая сфера, которую вы не возьмете в государстве, в общество, она требует денег. Сегодня денег нет, бюджет пустой и никоим образом он не будет наполняться. Потому что у нас существует, допустим, было при Януковиче у нас 135 налогов, сегодня 137 налогов. Деньги не возьмутся ниоткуда. Пенсии у нас были $150 год назад, сегодня это $90-80. Бюджетники ходят на работу, получают также $150-200. Это полнейшая нищета, это полный крах. Нигде в мире нету такой ставки ПДВ, к примеру, 20%, как сегодня есть. То есть партия 5-10 говорит четкие, несет четкие лозунги. Отмена всех налогов на территории Украины, ввести простые понятные налоги, 5% с продажи, 10% социальный налог и заработной платы. Убрать ПДВ, акцизы, пошлины, разрешительные системы, другие казнократские составляющие. 80% чиновников просто не нужны, потому что сегодня чем все занимаются? Все сидят на потоках и регулируют какие-то процессы, разрешения дать или не дать. Допустим, это же помещение вы выбили, ну, не будем говорить, каким образом, я надеюсь, но тем не менее пошли к вам навстречу. И помимо всего, необходима нам армия, то есть если мы выходим из финансовой составляющей, вы спросили, о чем речь еще идет. Нам необходима армия. Какая армия? Сегодня 130 тысяч, к примеру, солдат. Где они? Их нету. Войны на территории Украины нету. Надзвычайного стана нету, не введен. АТО. Что такое АТО? Антитеррористическая операция. В законе нигде об этом не читал, не прочитал. Общие какие-то названия идут. Ну, непонятно, что это для чего. Контрактная армия, действительно профессионалов, позволит иметь, к примеру, 10-20 тысяч тех же настоящих киборгов, которые сидят у нас под Донецком, в Донецком аэропорту. То есть сегодня самое главное, куда бы вы ни посмотрели, в какое бы действие вы ни зашли и не начали чем-либо заниматься, в основе всего в современном сегодняшнем мире лежат деньги. Пример тому есть другие безналоговые государства, где уже давно поняли, что чем меньше государство находится в карманах своих граждан, тем оно богаче. И чем больше государство в карманах находится своих граждан, тем само население беднее. Об этом еще сказал Нобелевский лауреат Милтон Фридман. То есть вот это наша основная идея, да. А вот скажите, вы так, ну, дуже добре розказуєте про взагалі про те, як має відбуватися, про те, що основна основа економіки – це гроші. Все-таки чого за вас тоді не проголосували, якщо все так чисто і прозоро, і все наскільки просто змінити країну, за вашими словами? Так, да, совершенно верно. Чому не проголосували? Ми ще офіційних результатів не бачили. Ну, тобто я прогнозую лично процент отдавших
голосов избирателей за партию 5-10 будет составлять приблизительно 2%, в районе 2%. Это неплохой показатель. То есть наша основная цель идет партии 5-10 – популяризация идей. Мы хотим, чтобы граждане Украины скинули с себя оковы налогового рабства, освободились. Штат Флорида – один налог, Сингапур, Южная Корея, Гонконг, Монако, Швейцария, Люксембург. То есть это те страны, которые вначале фактически имели возможность заработать деньги населения, а потом потихоньку вводили налоги. Два столетия Соединенные Штаты Америки после принятия Декларации о независимости жили вообще без налогов. На той территории, где нищее население, где фактически не существует возможности для зарабатывания денег, где общество аморальное, в этой территории всегда будут проблемы. За 23 года независимости Украины что у нас получилось? Какой результат? Что мы имеем? У нас забрали Крым, Луганск, Донецк. Все. 23 года 800 профессионалов в Минфине сидят, казнокрадов, чиновников, которые только и занимаются тем, что они считают, рахуют, запроваджуют новые программы, вносят змены до податкового законодавства, налоговый кодекс. Если мы его откроем, посмотрим, то с момента его принятия, 10-й год, то там каждый месяц по два раза вносятся поправки. Для чего это надо? Еще раз повторяем, чем меньше налогов, тем богаче само население. Вот ви і все. Ви от озвучили проблему, те, що відбувається на Сході, да, і в Криму. Скажіть, яким чином, якби ви прийшли до парламенту, як би ви це питання вирішували? Повертали б в Східні області і так далі? Да. Значить, ще китайський філософ Лао Цзи в своїх ученнях Дао написав, что если народ того государства будет всегда беден и духом, и сознанием, и карманом, если государство имеет большие налоги. То есть это учение было 6 век до нашей эры. Сегодня мы живем, я не знаю еще, до 6 века нашей эры, получается. Мы должны понимать четко, что сегодня необходимо отменять налоги. И если мы говорим, озвучиваем всему миру, что у нас безналоговое государство, безналоговая территория. Сегодня весь мир поднимется, США олигархи, в России олигархи возьмут свои чемоданы и приедут зарабатывать деньги на территорию Украины. Потому что здесь будет выгодно иметь бизнес, они будут влаживать вашу деятельность, вашу студию, они будут строить небоскребы. В Черкассе будет туристической меккой. На Днепру почему нельзя построить? Турки, египтяне приедут и будут потом строить свои отели, потому что здесь будет выгодно зарабатывать деньги. Здесь прекрасные будут условия. Что сделать? Берем пример. Спросите, где такое может быть? 2008 год, вспоминаем, что случилось в Грузии, правильно, то же самое, восточный диктатор вторгся туда, и что он сделал? И забрал Абхазию. Сегодня смотрим Абхазия, где все кричали: «Россия, спаси нас!» Пожалуйста, пришли Абхазия и Грузия. Грузия отвернулась, и Грузия пошла совершенно другим путем. В Грузии сегодня, пожалуйста, если ты предприниматель, хочешь зарабатывать деньги, ты на протяжении 5 лет вообще не платишь налогов. Пожалуйста, не плати налогов. Более того, сегодня там существует и хотят ввести только один налог, 5% с оборота. И посмотрите, пожалуйста, кто имеет возможности в Грузии, какая инфраструктура идет, какие небоскребы. Там Дональд Трамп построил свое прекрасное здание, 100-метровое. Как вы решите проблему східних областей, людей, которые там живут? Только деньги. Только деньги помогут. Все. Ну, на территории Украины денег нет, потому что в этой системе никто не захочет вкладывать деньги в больное общество. Что вы это на увазе под грошима? Под деньгами. Понимаете, сегодня статус фактически Луганска-Донецкого, он закреплен юридически, но как реализовать это дело, мы не сможем. Неизвестно, непонятно. Даже я уже сказал, что мы сегодня объявляем всему миру, что у нас безналоговое государство. Поверьте мне, в Крым будет кричать, весь бизнес Крыма будет кричать: мы хотим назад в Украину. То же самое сделает Луганск и Донецк. Мы хотим в состав Украины войти, потому что здесь действительно прекрасно будет жить. Откройте свои чеки, посмотрите ПДВ, сколько вы платите. Да, и так далее. Да. Разумею. У меня тоді наступне питання. Мы спостерігаємо за активністю ваших членів вашої команди скрізь в соцмережах. Скажіть, вас, судячи з вашої риторики, вас навчають цьому, що ви говорите? Нікого не обучають. Нікого не обучають. Понимаєте, просто що це було движення. Вам запитуєш вас, і ви починаєте видавати такий поток сентенцій, всі, до кого не підійдеш. Абсолютно верно. Тому що проста, понятна система. Спросите любого представителя другої партії, о чому партія?
Это те суповые наборы, в начале которого нашего дискуссии я сказал. Сегодня фактически это было движение. До марта 2014 года, когда нас Минюст не хотел регистрировать, с боями мы получили свидетельство о регистрации партии, с шинами наши активисты в Киев приходили, выдали, без взяток, без ничего. Это было раньше движение за отмену налогов. Просто это действительно единственная партия, которая собрала в себе молодых предпринимателей, бизнесменов, активных людей, которые действительно себя, своих семей хотят скинуть налоги, хотят жить на этой территории. Мы все любим Украину, мы не хотим входить в состав и в количество, и статистику тех каждого седьмого украинца, который выехал за пределы Украины. Какие перспективы сегодня Украины при данной существующей системе? Те же, которые были на протяжении 23 лет. Никаких. Поэтому нас никто не учит, не обучает. Мы действительно, то есть самообразовываемся, смотрим, опять-таки, черпаем, скажем, знания с интернета. Это интернет тот же бог, Google. Откуда все можно черпать и не смотреть. Телевизор, Савик Шустер пусть там смотрит другие. Я розумію. Дуже дякую за те, що завітали до нас на ефір. І багато, можливо, глядачів, які не чули ніколи про партію 5-10, дізналися про неї. От. Ну, ми нагадуємо, що ви можете не тільки слухати, а можете теж ставити свої запитання у прямому ефірі. Телефонуйте до нас на наш редакційний скайп громадський.сікей або телефонуйте на наш редакційний номер 38 38 85. Повідомляйте про порушення, повідомляйте нам свої прохання, запитання до гостей студії і обов'язково будьте з нами, тому що виборчий марафон триває, і далі в нас нові гості, представники партій, експерти. І невдовзі в нашій студії, ось вже за мить, з'явиться представник, один із депутатів по 199 окрузі, округу Юрій Ковіта. Отже, за хвилинку ми вже повернемося до ефіру. Дякую.